Всем привет! Сегодня очередное видео, посвященное пистолету для монтажной пены. В предыдущем видео было рассказано, как его разобрать, прочистить и отрегулировать. Самое главное – отрегулировать. Кому будет интересно, ссылочка будет внизу под видео. Сейчас же я хочу показать, как его промыть, не прибегая к дорогой очищающей жидкости. Ну вот у меня такая, они разного плана. А будем использовать дешевый растворитель или сольвент, или white spirit. Но для того, чтобы нам это все реализовать, нам надо сделать небольшое приспособление. Приспособление будет делаться из подручных средств. Затраты будут минимальные. Для начала берем два использованных баллона из подмонтажной пены. Почему два? Потому что я хочу показать два варианта, так сказать, устройства для промывки данного пистолета. Перед тем, как мы отрежем вот эту верхнюю часть, мы должны убедиться, что здесь нет давления, и почистить вот верхний штуцерь от пены. Вот идет маленькое шипение. Ну все, больше тут нету. Здесь тоже вот так вот почистили, но все равно нам потом надо будет вот эти вот отверстия хорошо прочистить, чтобы проходила очищающая жидкость. Разрезать баллон не представляет труда. Здесь металл очень тонкий, поэтому можно его резать и ножиком, и ножницами, и даже болгаркой. Я начну ножиком. Режем вот по вот эту вот кромку, потом болгаркой вышел воздух, которого мы так и боялись. Аккуратненько вот так вот ножичком, как консервную банку, открываем. Воспользовались ножницами. Вот у нас одна часть. Сейчас я то же самое сделаю со вторым баллоном. Потом скажу, для чего. Так, кто любит, чтобы было красиво, может здесь подровнять болгарочкой, может просто загнуть края, чтобы не порезаться. Мы продолжаем дальше. Вот у меня три разных шприца. Наконечники у них все одинаковые, то есть по 4 мм. Хотя по кубатуре шприцы разные. 4 мм. И дело в том, что здесь у нас отверстие тоже 4 мм. Есть два варианта, как закрепить шприц вот в этом переходничке. Или первый вариант — выбить вот этот вот клапан. Второй вариант — просверлить в нем отверстие на 4 мм. Сейчас мы сделаем вот эти два варианта и определимся, какой будет самый эффективный. Взял сверло на 4. Здесь есть углубление, поэтому будет хорошо сверлиться. И заодно прочистили отверстие от пены. Так, вот просверлили отверстие для первого варианта. Для профилактики его прочистили. Теперь мы можем спокойно вставить сюда шприц. Он заходит довольно-таки туго, что нам и надо. Можем также его прихватить на клей или залить его клеем. Другой вариант, более, так сказать, жестокий.
выбиваем вот этот вот клапан, переворачиваем, берем вот такой вот штырек, вставляем и молоточком выбили, но мы его не выбили, мы его отломали вот от этой вот, так сказать, трубочки. Сейчас я ее вытащу, чтобы подровнять края. Нажимаем вот так, и вот она спокойно высовывается. Здесь вот надо будет нам, если так вот, хоп, и все. Край ровный. Берем шприц. Шприц заходит отлично, туго и хорошо. Вставляем в наш переходничок. Вот адаптер. И вставляем шприц. Также приклеиваем клеем или полностью заливаем клей. У нас сейчас, в принципе, готовы два приспособления для промывки пистолета. Вот, каким пользоваться, выбирать вам. Но можно, вот данные чашечки будут как блюдечко. Если у вас растворитель будет выливаться, то он будет оставаться в этом блюдечке. Можно также еще промыть вот как. Это я вам показываю все варианты, а выбирать вам. Вытаскиваем вот эту вот трубочку. Одели на шприц. Вот у нас что получилось. И можем просто вставить в пистолет вот таким образом. И его промывать. Так что можно, так сказать, с блюдечком, можно без блюдечка. Сейчас я сюда налью растворителя и продемонстрирую, как это все работает. Накручиваем наше приспособление на адаптер пистолета. Так, ну вот мы закрутили, вот у меня вот так вот получилось. Сейчас направляем в ведро. Теперь нажимаем на поршень шприца и создаем давление. Не забываем открутить вот эту гаечку, чтобы у нас ходил шток клапана. Так, и теперь положу бумагу в ведро, чтобы была видна струя, которая выходит из пистолета. И теперь одновременно нажимаю на поршень шприца и на курок пистолета. И смотрим. Очень большая эффективная струя. Вот таким способом можно даже еще раз шприц зарядить и промыть пистолет. Так, это у нас вот одно приспособление, там, где мы выбили клапан. А сейчас попробуем другое, там, где мы клапан не выбивали, а просто просверлили. Откручиваю. Вот здесь как раз собрался растворитель, то есть он не попал мне на руки. Так что тоже используется как блюдечко. И по той же схеме накрутили приспособление на пистолет. Нажимаем на клапан шприца, на курок и смотрим, какое давление будет у нас сейчас выходить из пистолета. Там все белое, должно быть видно. Думаю, достаточно большое давление, чтобы прочистить данный пистолет. Так, и сейчас рассмотрим последний, третий способ без вот этого блюдечка. Берем штырек, вытаскиваем вот эту вот трубочку беленькую. Заправил я шприц растворителем. Одеваю вот наконечник на него, на шприц.
И просто вставляю в пистолет, в гнездо. Все, вставили. И также давим на поршень шприца и нажимаем на курок. И смотрим выход из пистолета. Струя довольно-таки мощная, обеспечивает идеальную чистоту нашему пистолету. Для профилактики можно зарядить еще раз шприц и промыть наш пистолет. Так, ну вот, хочу немного подытожить. В данном видео мы рассмотрели три способа, или три метода, или три положения, как можно промыть пистолет. Повторюсь, здесь мы клапан не выбивали, мы просверлили отверстие на 4. Здесь мы выбили клапан. И тут воспользовались вот таким вот переходничком. Какой вариант использования выбирать вам? Мне понравился вот этот вот вариант, где мы выбили клапан. Здесь шприц более крепко и надежно сидит в переходничке вот в этом. И довольно-таки качественно промывает пистолет. На этом я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.